Как думаете, что это? Правильно. Солнечная панель, которую я недавно покупал. Решил протестировать дома, в городе. Солнца нет. Апс. Темень. Ну как, не темень, дождик был. Стоит просто под 90 градусов. Приблизительно юго-восток. Вернее, не юго-восток, а даже северо-восток. И на панели сейчас 14,8 вольт. К сожалению, ампера я не могу проверить пока что. Ну, чуть-чуть и 15. Но максимально то, что она выдает, это... Вот. Это 27 вольта. И 9,1 ампера. Покажет до аккумулятора. Так что, когда подойдет аккумулятор, будет интереснее. Всем пока.